когда ты начинаешь работать, когда ты начинаешь, конечно, создавать какие-то неудобства, всегда поступает обращение граждан, на которые просто нужно реагировать и говорить о том, что предстоит сделать, что, ну, то есть проводить разъяснительную работу. Что делается сейчас здесь на Мишенной, это завершающая стадия замены ветхих сетей на Мишенном 3. Собственно говоря, подрядчик сейчас уже в финальной стадии, дозавершает в целом по канализации, работы практически завершены, по, значит, системе теплоснабжения работы завершены, то есть мы, по сути говоря, уложились в те нормативные сроки, в которые предполагали. Сейчас остались завершающий этап по системе водоснабжения, но я думаю, что в течение 2-3 недель подрядчик полностью завершит, разровняет, распланирует весь тот грунт, который вынял. Соответственно, в следующем году в рамках бюджетного процесса мы предусмотрели средства на благоустройство этой территории, этого квартала. В этом году мы должны довести деньги до муниципального образования Петропавловск-Камчатский городской округ, чтобы те смогли отторговаться на благоустройство на 2023-2024 год. В 2023 году будет полностью замена грунта на где-то местами на полметра, где-то на 30 сантиметров. Ну, все зависит от местности. Соответственно, заместить его полностью инертными материалами, это щебеночная смесь. Ну и, собственно говоря, дальше приступить к благоустройству и асфальтированию этих дорожек. В целом, предполагается, благоустройство будет исполнено в течение 2 лет, потому что в течение 1 года это, ну, просто по технологии не позволит, нам это сделать, только потому, что будет просадка грунта. Соответственно, уже будет постоянно подсыпка и дальнейшее асфальтирование тротуарных дорожек, подъездных путей к домам. Здесь понимание от жителей, что сейчас это действительно некомфортно, зато потом это будет удобно и, собственно говоря, красиво.